Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио. Ани Лорак у нас в гостях. Ну, аплодисменты. И есть у нас время, чтобы еще задать вопрос. С этого года о твоей жизни поклонники могут знать вообще все, поскольку появилось приложение Ани Лорак World. Что это такое? Приложение в процессе запуска. Ага, нас, да, еще в процессе? Да, потому что возникли некоторые сложности. Но что это за приложение? Приложение, которое ты сможешь скачивать и погрузиться в мир Ани Лорак. То есть там будут камеры из твоего дома? Будут дневники, в которых я могу быть ближе. То есть, как бы там, ну, открою маленький секрет. В дневнике, представьте, я просыпаюсь в кровати и иду чистить зубы. Занимаюсь. Это уже завораживает. Ну, да. Интрига. И вот там вот завтрак, да, что я ем, как мои общения. То есть как бы дневники, да, то есть real story. То есть это, да. Этого ты нигде не увидишь, и это будет вот им эксклюзивно в дневниках. Потом советы. Что я делаю? Медитации, дыхательные упражнения. Что позволяет мне держаться в балансе и в мире с собой, вот этот мир внутри, когда вокруг, да, разные меняются у нас декорации. Очень важно сохранять этот внутренний мир. Что я для этого делаю? То есть буду делиться советами. Музыка, как я создаю песни, как я репетирую. Ну, то есть все, что связано вот с моей жизнедеятельностью, это отлично. Узнают те, вот кто скачает приложение. Как раз между контактом и WhatsApp еще есть место, можно прикачнуть приложение. И узнать, как просыпается Ани. Включил и чистим вместе с Аней. Что у нее там, что, проснулась? Да-да-да, проснулась. Солнце улыбнулось. Так, финальная песня, друзья мои. Итак, Ани Лорак, еще одна композиция. Еще одна песня с альбома «Остров», и пусть это лето будет легким, как песня «Лети, душа». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Будьте счастливы, будьте любимы. Будьте самыми-самыми счастливыми. Твое люблю, еле слышно.
Авторадио, Авторадио. Допела я сейчас за Ани Лорак. Ну, как-то так, конечно, на контрасте сыграть с духом. Спасибо огромное, очень рады были повидаться. Спасибо, любимый, спасибо. До встречи 26 октября в Лайф-арене. Счастливо. И шоу «Мурзилки Лайф» тоже подошло к концу. До новых встреч в эфире. Прекрасного отдыха. Пока. Пока.